אני הכנתי מסר ושם של המסר צעדים של משיח. Сегодняшняя проповедь называется шаги мессии. ויש כותרת נוספת, תרחיב מקום אוהליך. Есть еще название расшир шатры свои. מי זוכר מאיפה זה? Кто знает, откуда это? על אוהליך. Про шатры. לא, בדיוק ככה, תרחיב מקום אוהליך. Вот в точности расшир свои шатры. Ну, Исайя 54. Исайя 54 глава. Там бедю каха катув. Тархив маком могалеха. Расшир шатры. Окей. Аз ани пашут роце лагид, ше анахну хаим безман меод меод музар. Я хочу сказать, что мы живем в очень странном времени. Ве ло я хасер лану милхамот. И у нас, и нам было достаточно... нам не было достаточно войн. וגם את הפנדמיות. И пандемии. אז יש עכשיו גם רעידות אדמה. Ну, и к этому добавилось землетрясение. וזה תמונה מאוד מאוד יפה שעליה כתוב במתי, בספר מתי, בבשורת מתי, בפרק 24, וגם במקומות אחרים של כתבי קודש. И это очень красивая картина, которая о ней написана в Матфее и еще в некоторых местах. ולפעמים אנשים אומרים, אז מה? מתי מגיע סוף? И люди спрашивают, когда придет конец? קודם כל, אני רוצה להגיד שלא לנו לדעת מתי יהיה סוף. Сначала я хочу сказать, что не нам дано знать, когда есть, будет конец. וכל 100-150, 200 שנה קורה משהו שמאוד דומה למצב של היום. И каждые 100-150 лет, 200, что-то происходит, что похоже на то, что сейчас происходит. ב-1850 פה בישראל, בכל העולם, היה תמונה מאוד מאוד דומה. В 1850 году здесь, в Израиле, и в мире тоже была очень похожая картина. היו מלא מלחומות, רעידות אדמה, כל מיני קטקליזמות ומחלות. Были много войн, тоже пандемия там была, катаклизмы. И все ожидали, вот Мессия приходит через день. Вот мы живем в Хайфе, и здесь у нас немецкая колония есть. И есть похожая колония в Иерусалиме. Они гиу бедюк безман 1840-50, кихашву, зе асов, бо невгошет Машиах в Исраэль. Они как раз приехали сюда в 1840 году, потому что думали, вот сейчас мы встретим Мессию. ואיחר, он немножко опоздал. והם בהתחלה התאכזבו. Они сначала немного огорчились. אבל אחרי התחילו לבנות מערכת. Но потом они начали строить систему. ועד עכשיו משתמשים במערכת הדרכים האלו. И до сих пор пользуемся системой дорог. ואני פשוט רוצה להגיד. И я хочу сказать. אתם זוכרים, היה כזה ביטוי או סלוגן, תהיה מוכן, תמיד מוכן. Вы помните, было такое высказывание, всегда готов. מי זוכר את זה? Будь всегда готов. Всегда готов. Они хотели сказать, что это не битуй шел пионерам. Я хочу сказать, что это не пионерское высказывание. Зе лакху ми китвей кодеш. Это взяли из Писания. Ше лану למאמינים, אנחנו צריכים להיות מוכנים תמיד. Что мы верующие всегда должны быть готовы. ואנחנו לא יודעים איזה דברים לצפות, מה יהיה? И мы не знаем, чего нам ожидать, что будет. אבל כתבי קודש אומרים לנו, ורוח וקלה אומרים בו. Но писание нам говорят, и дух, и невеста говорят, приди. וגם כתוב, תגידו תמיד ברוך הבא בשם אדוני. И тоже написано, блажен идущий во имя Господне. כאילו, אנחנו רוצים שיום אדוני תבוא מהר יותר. Мы хотим, чтобы день Господень прошел быстрее. אבל מאוד חשוב לא להתרכז, לא להתרשם
мебайот шемисавив. Но очень важно не быть впечатлены от проблем вокруг. Киэм махнисим летохейну пахад веюш. Потому что они нам доставляют страх и еуш. Разочарование. Вемеот хашув листакель аль йом адунай батиква. И очень важно смотреть на День Божий с надеждой. Ки леэле ше талмидим шило мицапим бията уба им дегель браха. Потому что его ученики, которые ждут его прихода, он придет как благословение. Ве пашут меод меод хашув лискор эта машаль шел Иешуа. Очень важно помнить притчу Иешуа. Атем зухрим аю хамиша банот калот хахамот ве хамиша пахот хахамот. Вы помните притчу про 10 дев? 5 умных, а 5 менее умных. О, митумтамот. Или не очень умных. У легамры. Или совсем не умных. Ве еш коль миней паршанут аля аля машаль азот. Есть разные подтолкования об этом. Аваль, а машаль азе у каям ба ам Исраэль афилу милифней ши ишо нолад. Но эта притча, она существует в народе Израиля до много-много лет назад, до того, как Иешуа родился. Ве амашмаут шела ло иштана. Но ее смысл не изменился. Атем зухрим шамидубар тишмиру это шемен ле лапидим шелахем. Вы помните, там написано: сохраните масло для ваших факелов. Ве амашмаут меот пашут зе тишмиру отамду ба мицвот Адонай. И смысл очень прост: стойте в заповедях Божьих. Ве зе яфшер тамид ле нер шелахем леот далук ве тиру кивун ле эйфу лалехет. И это позволит вашему, вашей свече всегда быть в огне, и вы будете видеть, куда идти. Тасу мицвот Адонай. Делайте заповеди Божьи. Мазе мицвот Адонай. Что есть заповеди Божьи? Мазе мицвот Адонай. Что это такое? Атем йодим ле лану ле эле шегарим бе эрец Исраэль. Нам, кто живет в эрец Исраэль. Векцат мурхаким меулам нуцри. И немного отдалены от христианского мира. А давар азе давка каль меод. Эта вещь очень проста. Ки эле ше хаим ба олам нуцри. Потому что те, кто живут в христианском мире. Ютер мидай лифамим мируказим аль кета шел хесед. Иногда слишком много центруется на милость, на Кен. Милости. Килу еш ли хесед. У меня есть благодать. Они яхол ласот аколь. Я могу все сделать. Ваколь сабаба. И все отлично. Вахарей матхилим ли яцер мицвот шел ацмам. А потом они начинают создавать свои же заповеди, чтобы себя присоединить к какой-то деноминации, или быть более важным в общине. Аваль лану шегарим баэрец Исраэль. Или а нам, кто живет в Израиле. Задавка меот каль. Это очень легко. Ки кодем коля нахну юдим ме коля нефеш шелану, ме дам шелану, ше каяме давар казе мицват Адонай. Потому что мы душой знаем, что есть такое, как заповедь Божия. Ве Иешуа ло пам эхад амар, ми ше двари о мицвати яасе. Яасе ках ве ках. И Иешуа не раз говорил, кто сделает мою заповедь, он будет благословен. Значит, нам нужно просто прочитать несколько стихов и понять, что это все существует. И одна вещь очень важна во всех заповедях. Это постоянство. Машу литамец ве махарата шахахта аль зе. Это не то, что один день тебе хочется это сделать, а другой день нет. Ве айна ани руце ликро кама псуким. И вот я хочу сейчас прочитать пару стихов. Аз эгерет эля ромим. К римлянам. Перек 2. Вторая глава. Ве ми пасук 6. Шестой стих.
Шауль умер каха. Павел говорит так. Бог, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, кто постоянством упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Мед пашут. Очень просто. Им ата экви бамаасе тов. Если ты постоянен в хорошем деле, аз елеха браха. У тебя будет благословение. Векамуван аф эхад ле минатрель иньян шел хесед. И, конечно, никто не отменяет благодать. Ки бли хесед. Потому что без благодати. Анахну афилу леншом ле яхулим. Мы даже дышать не можем. Эт коля гуф шел бен адам, эт коля тева, эм пуалим рак аль басис хесед элухим бильвад. Тело человека, все творение, оно действует только на благодати. Им анахну курим бакитвей кодеш. Если мы читаем в писаниях. Шауль умер каха. Павел говорит так. Ле, слиха, ле Шауль. Невиим умрим каха. Пророки говорят. Шемеш ола гам ле раим и гам ле товим. Солнце восходит над добрыми и над злыми. Веземасей хесед элухим бильвад. И это только по благодати. Хевра, не роешь, кама нашим нирдамим. Друзья, я вижу, что несколько людей заснули. Они, им атем роцим, нави лахем кафе. Если хотите, принесем вам кофе. Ма, яичницу? Зе квар батишлум. Яичница уже за... Шауль мамших баегерет эля ромим баперек штайм. Павел продолжает в Кремлинам, вторая глава. Веба ахарей пасук шеш умамших лагид гамле יהודים משיחים שלנו הכל ברור מה לעשות ומה לא לעשות. И после шестого стиха он продолжает и говорит к мессианским верующим, что делать, что не делать. מאוד פשוט, וגם לאלה שהם לא יהודים משיחים. Все очень просто, и тоже тем, кто не мессианские евреи. תסתכלו מה הוא אומר. Посмотрите, что он говорит. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающее злое. Во-первых, иудею, потом елену. כאילו לא חשוב מי אתה אם אתה עושה רע. Это не важно, кто ты есть, если ты делаешь зло. כי משפט אלוהים תגיע ביום מיוחד, גם ליהודי וגם לא יהודי, אם אתה מתאמץ ברע. Потому что суд Божий придет и на еврея, и на елена, если ты делаешь зло. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему добро. Во-первых, иудею, потом и елену. Ибо нет лицеприятия у Господа. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона осудятся. Те, кто по закону согрешили, по закону будут судимы. Меот хашув лавин. Очень важно понять. Что Бог знает, как привести праведный суд на каждого. Но в плане как быть, это очень просто для мессианского верующего. Потому что мы никогда не утонули в таком, как слишком много благодати. Анахну тамид яванушэ еш хэсэд, аварэш дварым, мёд брурым ма анахну цархим ласот, бишвиль хаим товим. Мы всегда понимали, что есть вот благодать, но есть вещи, которые нужно делать, чтобы были чтобы была хорошая жизнь. Вэзэ мёд думэ лэ бдиха эхад. Это очень похоже на одну шутку. Аз иша эхад алха лэ авуда. Одна женщина пошла на работу. Вэйшира лэ баала пэтэк. И оставила своему мужу записку. Это жизнь мессианских. И там в записке было написано, что купить в магазине. Никуда еще на. Первый пункт. Лехем. Хлеб. Никуда шния на книг. Потом сосиски. Никуда шлишит халав. Потом молоко. Никуда ревиит. Мишхат шинаем. Зубная паста. Вы никуда хамишит нияр туалет. И туалетная бумага. Никуда хамишит. Пятый пункт.
אז כשהיא חזרה מהעבודה הוא קנה לחם אחד, שתיים של נקניק, שלושה חלב, ארבע של משחת שיניים. Она увидела одну буханку хлеба, две сосиски, три молока, четыре зубной пасты и пять. Очень просто. Написано, что делать, идешь и делаешь. Ты не думаешь слишком много. Я читала о некоторых умных людей. אז הם יש להם מלא כסף אבל הם מתלבשים אותו דבר. У них много נכנס שחור וטישרט שחור. У них много денег, но они одинаково каждый день одеваются. Чёрная рубашка, чёрные штаны. לא לחשוב יותר מדי. Не думать слишком много. Оделся и пошёл. אז אותו דבר בשבילנו. То же самое о нас. מה נתן לנו אלוהים? Что нам дал Бог? חגים, праздники, кашрут, шаббат, брит мила, хокей не да, законы чистоты. Есть עוד מספר דברים שקשורים מאוד ליחס בין בני אדם. Есть еще несколько пунктов по отношения друг к другу. Аль тигнов, аль тирцах, аль тишакер. Не укради, не убей, не ври. За дворами от пшутим. Очень простые вещи. Афихад ле дореш по эзишу итгалут ве фолиантим шел асфарим им пирушим рабаним. Китвей кодеш над ним аколь меод пашут ве барур. Это нам не нужно читать очень много книг или как-то получить какое-то особенное откровение. Все очень ясно написано. И как ты чувствуешь, так и делай. Кашрут лех пашут ле супермаркет, им аталё юдея מה לקנות בקשת טעמים, אז לך פשוט לסופרמרקט רגיל, סופרסל, ואז אתה לא תטעה בחיים. אם אתה не знаешь, как покупать в קשת טעמים, чтобы кашетно было, иди просто в обычный супермаркет. ואתה לא תטעה, לא תקנה חזיר ודברים אחרים. И там ты не ошибешься, ты не купишь там свинью. אתה לא חייב להתעמק בכל הקטע של שבת או חג. Тебе не нужно углубляться, как делать шаббат или праздновать. Все написано в писаниях. И у нас, у мессианских иудеев, есть еще несколько добавок. Молись. Хапес рацион Адонай. Ищи волю Божию. Баэмуна сим ядаем аля нашим. С верой полагай руки. Тие бен адам амиц батфила ветивакеш ми элухим адраха. Будь смелый в молитве и проси у Бога направление. Тильмад двар Адонай. Учи Божию. Шаул амар. Писание. Петр сказал. Павел сказал. Ше аколь мутар ли, ле аколь тов ли. Павел сказал, все можно, но не все полезно. А зато бехаим, ата яхоли насот дворим лавин каха, врит палель кцат каха, врит амек кцат по. Ты в жизни можешь, конечно, так попробовать помолиться, там углубиться. ואתה פתאום תמצא שזה טוב לך, וזה פחות טוב, וככה עוד יותר טוב. И ты вдруг найдешь, что вот так хорошо, так нехорошо, а так вообще супер. И тогда преуспеешь. Я продолжаю говорить о том, что говорил на прошлой неделе. Я хочу сейчас затронуть очень важный пункт. Кто настоящий еврей? ואני רוצה שאנחנו נתייחס לדבר הזה. Я хочу, чтобы мы... כי יש בינינו גם זוגות איפה שאחד מהשניים לא יהודי, או אולי שניהם יש אחוז יהדות מאמא או לא יודע, מאבא נמוך מחצי. Потому что среди нас есть такие пары, которые один не еврей, или оба чуть-чуть евреи. ומאוד חשוב להבין מי אנחנו לפני אלוהים ולפני בני אדם בישראל. И очень важно понять, кто мы перед Богом и перед народом Израиля. כי לפעמים כשאנחנו קוראים דברים אופיציאליים, потому что когда мы читаем официальные вещи, לפעמים יש לאנשים אחרי בושה,
после них иногда у людей появляется стыд. А знаешь, что катув эцли, циркулям катув, Исраили. Ну и что, что у всех написано израильтянин? Они лёмаргиш этот сми маспик тов. Я не чувствую себя достаточно хорошо. Кодим коль они роцела агид, ше зе бая меод атика. Я сначала хочу сказать, что это очень древняя проблема. Кама мимхем зохрим мелех Давид. Кто из вас помнит царя Давида? Зохрим ото? Помните его? Еш машаль. Есть псалом, который он написал. Вешам катув бахататай юлида оти ими. И там написано: в грехе родила меня моя мать. Ми зохер это битуй казе? Кто такое помнит? Атем юдим эх банацрут мифаршим это давар азе. Вы знаете, как в христианстве это переводит? Мифаршим это давар азе, ше леколь бен адам, ше нолад леолам азе, еш хет харишон. В христианстве это интерпретируют как то, что человек, как только родился, то у него уже первоначальный грех есть. Потому что царь Давид сказал: в грехе родила меня мать. Но там другая интерпретация. Кета это базе, что сафта раба шел Давид. И смысл в том был, что прабабушка Давида. Мизухер шемшила. Рут. Ее звали Руф. Ваитами Моав. Она была моавитянка. Ванашим аю цохаким аль мелех Давид. И люди смеялись над царем Давидом. Ваю умрим, ха, эзи иуди ата бихлал. И они говорили: ну, что ты за еврей такой? Ки еш леха сафта, сафта раба шенолдами инцест. Потому что у тебя прабабушка родилась... Из-за инцеста. Что-то инцест. Зекше аба шахав има бачило, лот шахав има в Моав, ам Моав. Лот. Помните, как родились его дети? Он две дочери его напоили и родился Ами в Моав, аз Рут ими Моав. Руф она из Моава. Аз анашим аю минасим ливаеш эт мелех Давид. Люди пытались остыдить, пристыдить царя Давида. И говорили: какой ты же еврей, какое у тебя право нас вообще над нами царство? Авал Элохим натан ло, это псика мишамаем, ата кен иуди, ата кен ба Исраэль, ата кен мелех Исраэль. Но Бог да дал ему вот этот уговор, что он да еврей, да в Израиле и да царь над Израилем. Вайом кшерабаним осим паршанут. И когда сегодня раввины делают интерпретацию, эм умрим и однахон. Они говорят очень правильно. Эйзе хесед. Какая благодать. Ше афилу Моав зарамли Исраэль браха. Что даже Моав дал благословение Израилю. Азмиу а иудия амити айом. Значит, кто он есть настоящий еврей сегодня? Этим юдим есть анашим бенейну. Есть между нами люди. Шебигал коль мине ашпаот алху ласот гиюр. Которые из-за разных причин пошли делать гиюр. Ве они ищут ле негед гиюр. И я лично не против гиюра. Аваль царих ли изагер микама ашлахот шел гиюр. Но надо быть осторожными от несколько последствий гиюра. Им атем руцим ласот гиюр. Если вы хотите это они сделать. Они ле мамлиц, ве ле мамлиц. Я не рекомендую и не рекомендую. Тасу баофен хофшим атем маргишим. Делайте, что чувствуете. Аваль еш... минимум арба саканот багиюр. Но есть как минимум 4 опасности в гиюре. Ве меод хашув ше тавино там. И очень важно, чтобы вы их понимали. Давар ришон ве ахи гаруа. Первое и самое страшное. Шем яхолим лашпи алейхем ленахеш отвергнуть. Лидхот. Ло, еш мила ахерет. Лидхакеш. Лидхакеш. Бе эмуна ба Машиах Иешуа. Первое, что они могут вас заставить отвергнуть веру в Иешуа. Зе давар ба яти би ютер. Это очень-очень проблематичная вещь. Им анахну корим брита хадаша. Если мы читаем писание. Анашим алху ле мавет бишвил ло литхакеш бешем Иешуа. Люди пошли на смерть, чтобы не отвергать Иешуа. Ваю бедорот мале дугмаот ша анашим бигляле мона алху ле севел афхи гаруа. И
И в многих поколениях люди страдали самые ужасные муки. Чтобы сохранить их привязанность к Иешуа. А потом אנשים בגלל איזשהו פסיק קטן בתעודת זהות מוכנים לדחות את Иешуа. Буз! Буз! И если люди готовы из-за какой-то черточки в документе отвергнуть Иешуа, то стыдно. Стыдно. Давар шини. Второй пункт. А, килу, они мамших барышон. В первом пункте, я продолжаю. Лейтхакеш. Башем шел Иешуа. Отвергнуть имя Иешуа. Зе бецем лафор. Мицва меод брура месефер дварим перек 18. Это неисполнение заповеди, очень важной заповеди. Вик тува ба дварим перек 18. И написано сефер дварим. Второзаконие. Второзаконие, 18 глава. Вешам катув. И там написано. Пророка из среды братьев их, такого как ты, я воздвигну, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить именем моим, с того я взыщу. Мед-мед барур. Все очень ясно написано. И монахну кибальну кейт галуд, о бейт галуд, и мунаба машиях. Если мы получили в откровении веру в Иешуа и пытаемся это отвергнуть, то суд Божий будет очень-очень тяжелый. Никуда ж не я, лама, эйзе саканот есть в гиюре. Второй пункт, какие опасности есть в гиюре. Эм яхулим лашпи алейхем лацет ме кигила шелану, ме кигила, коль кигила мешихит. Они могут подействовать, повлиять так, чтобы вы вышли из вашей же общины. Они скажут, ну хорошо, верьте тихо. А вальти цумики гила. Но выйти из общины. В китвей кодеш омрим, альта азов асифатеха. Но писания говорят, не оставляй собрание своего. Ми зохер это? Писка азот бабрита хадаша. Кто этот стих помнит? Лама лола азов это сифатеха. Почему не оставлять собрание своего? Кише кахал митасев бияхат ве маримим шем Иешуа, еш коах, коах ададит ше михасает кулану. Потому что когда много людей собираются вместе, то есть большая сила, которая всех накрывает. Катув эцель Йоханан. В Иоанне написано, когда мы общаемся один с другим, и у нас есть вера в Мессия, то кровь Иешуа нас очищает. А там вина та Йошев. Понимаете, вы сидите. Может, вы наполовину уже спите. Но здесь говорится о Иешуа. И даже если ты наполовину спишь, как несколько вас из вас, все равно кровь Иешуа вас очищает. Это чудо. Это благодать. Третья опасность гиюра. Я вам скажу, это очень важно. כמה ממכם יודעים מה זה אמונת תפילה? Кто из вас знает такое, как суеверие? Мы יודעים מה זה אמונת תפילה? Кто это знает? תנו לי כמה דוגמאות של אמונת תפילה. Дайте несколько примеров. Постучать по дереву, кошка. כשחתול. Когда кошка пробегает. כשחתול בא. שחור. Черная кошка. מאוד חשוב. Очень важно. אלה שאוהבים חתולים, תסגרו את האוזניים. Те, кто любят кошек, закройте уши. Когда? Не переводится. Цхок. זה נקרא אמונת תפילה. Это называется суеверие. אז לצערי הרב, к
к моему большому сожалению, люди, которые да, проходят гиюр, они их захватывают несколько вещей. אני לא הדלקתי נר בזמן הנכון. אוי, я не в правильное время зажгла свечу. Элохим имхак оти мисефер хаим. Бог сотрет меня с книги жизни. Штует. Это неправда. Ата нер амити. Ты настоящая свеча. ומה שאתה מדליק לפני או אחרי זה שטויות. И то, что ты зажигаешь до или после, это все... אני התעוררתי ולא עשיתי נטילת ידיים. Или я проснулся и не помыл руки, не сделал нетиля. Таксиву, есть дворим брии, маше царих ласот. Послушайте, есть здоровые вещи, которые да, нужно делать. Но иногда... Махнисим лиха, им аталет итпалел каха, у аталет асе каха, а елиха бая гдула. Иногда вам говорят, если ты так не сделаешь или так не сделаешь, то у тебя будет большая проблема. Вы анашим... נתפסים בדבר הזה. И люди это захватывают. ופתאום היה בן אדם בריא, פתוח, מעלל את אלוהים, ובשם ישוע נכנס למקום קדוש בשביל להעלל את אדוני, ופתאום הוא הופך להיות בן אדם שפוחד מחתול או מנר. Был человек, который был наполнен Духом Святым и приходил и славил его, а вдруг он стал бояться от свечи и от кошки. אתם איתי? Вы со мной? זה דבר שפוגע מאוד. Это очень вредная вещь. כי לחופש נקראנו. Потому что мы к свободе призваны. כתוב, איפה שרוח הקודש יש סדר, אבל יש חופש, דרור. Написано, там где Иешуа есть свобода. ונקודה רביעית. Четвертый пункт. בעיה של הגיור. Проблема гиюра. Есть кэзэ нияр, ши некрэт тамцит решум. Есть такая бумага, она называется... Тамцит решум. Тамцит решум. Зэ лёба ты уда зыучилха, зэ маши ёшев ба мисрадапним. Это не в самом документе, это то, что у них в записях. ואתה יכול לקבל את זה. Ты можешь это получить. תיכנס למשרד הפנים ותבקש שיתנו לך תמצית ראשון. Зайди в МВД и попроси эту бумагу. ופתאום אתה עשית גיור ואתה מסתכל שם לא כתוב עדיין יהודי. И ты сделал гиюр, и там все еще не написано еврей. כתוב גר. Написано גר. ואתה אומר, למה עשיתי את כל המאמץ הזה? И я говорю себе, а почему я это все сделала? אני ממשיך לחשוב על העניין הזה. Я продолжаю думать об этом. כמה ממכם מכירים תנועה של נואחידים? Кто из вас знает נואחידי, такие по-русски? נואחידי. מי זוכר? מי ראה? מי שמע? לא שמעתם. Да. זה יצא, בני נוח, זה יצא מיהדות, במיוחד מיהדות של חב"ד. Это движение, которое вышло в основном из Хабада. וזה מכוון לכיוון לא יהודים. И это направлено на неевреев. במיוחד לאלה שנמצאים או בקהילות משיחיות או בכנסיות. Особенно тем, на тех, кто находится в мессианских общинах или в церквях. ולפעמים иногда רואה קהילות לא למדו הרבה. Пастора не учились много. И они говорят о том же самом год за годом. И человек сидит и сидит. И он хочет открыть мозги. И вдруг он слышит очень глубокие и умные вещи из уст раввинов из нуахидов. 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 Велят лят уматхил ле итрахек. И потихоньку он начинает отдаляться. Мехесед ба Машиах Иешуа. От благодати в Иешуа Машиах. Вэм умрим ло ба пе галуй. И они говорят ему очень открыто. Шата бехаим ло тие иуди. Что ты никогда не будешь евреем. Ата тамид тишев в бейт кнесет шам ба хора. Ты всегда будешь сидеть сзади в синагоге. Ата бехаим ло тига ба сефер Тора. Ты в жизни не дотронешься до Торы. Аваль тов лиха. Но тебе хорошо. Ки ата афахте льот коров лям Исраэль. Потому что ты приблизился к народу Божьему, к народу Израиля. Афахте льот кезе гой шел шаббат. Ты стал шаббатным гоем.
ואתה תמיד פה באור איתנו. ты всегда здесь в свете с нами. ומה שמוזר לי, и что мне странно, שאנשים קונים את זה. что люди тогда покупают. ויש סכנה מאוד מאוד עמוקה בזה. есть очень глубокая опасность в этом. וכתבי קודש פעם אחרי פעם, и раз за разом писание, מכריזים לנו, нам разглашают, גם ליהודים וגם לא יהודים, и иудеям, и еленам, מה שמאוד מעניין, что-то очень-очень интересное. הייתם רחוקים, вы были далеки, אבל בדם של משיח, но в крови, крови Мессии, אתם הפכתם קרובים, вы приблизились, והפכתם להיות מלכות כהנים, и вы стали царство священников, ולא second class, и не второй класс, ואתם לא צריכים לשבת מאחורה, и вам не нужно сидеть сзади, כי אתם כבר נכנסתם פנימה, потому что вы уже внутри. אבל תנועת נואחידים הייתה גם במאה הראשונה, но נואחידы существовали тоже в первом веке, ושאול התייחס לזה, и Павел к этому обращался, והוא אומר לאנשים בגלטיה, и он галатам говорил, אני קורא, я читаю, אם אתם יכולים לפתוח אל הגלטים 3 פרק פסוק ראשון. גלטים 3 глава 1 стих. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иешуа Мессия, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела закона вы получили духа или через оставление в вере. Шауль умер. Хевре, מה אתם עושים? Павел говорит, ребята, что вы делаете? אתם רוצים להיכנס לפרשנות בבקשה? Вы хотите углубиться в интерпретации? Конечно. אני לא מכיר פה בישראל איש שהגיע לפה מגלות וכאילו מאמין ולא נכנס לפרשנות. זה טוב, גם אני עושה את זה. Я не знаю ни одного человека, который приехал сюда и не начал интерпретировать. Аваль, лама та азавта хесет ве итгалут ве фёрст класс бамашиах Иешуа, бешвиль лиёт пашут бен адам шеумрим ло анашим. О, коле кавод, акшав ата яхол афилу ладлик нер ор ба шаббат эцлейну ба бейт кнесет. И почему ты оставил этот первый класс למה אתה עזבת את המקום שלך במשיח, המפואר? Почему ты оставил свое славное место в Мессии? וירדת? И опустился к тому месту, где тебя просто похлопали по плечу и сказали: молодец. אתם יודעים, מצד אחד זה טוב שכל אחד מאיתנו מכיר את הקריאה במקום שלו. С одной стороны, это хорошо, что каждый знает свое призвание и свое место. עכשיו תקשיבו בבקשה. Послушайте сейчас. בן אדם, человек, שבבשר לא יהודי, который в теле не еврей, אבל דרך משיח הפך להיות מאמין באלוהי ישראל, но через Мессию он, да, стал верующим в Бога Израиля, הוא שייך ומגיע לו כל הברכות הנפתחות לישראל. ему положены все благословения, которые были положены Израилю. בצד שני, הוא לא יורש באופן אוטומטי אדמת ישראל, כי יורשים האדמה הזאת אלה שחיים בה. С другой стороны, конечно, он не наследствует землю израильскую, потому что Израиль ее наследует. יהודים, או אנשים שגרים פה, יורשים אותה. Люди, которые здесь живут. גם לא לכל כך הרבה זמן, ל-49 שנה, אם אני לא טועה. Но тоже ненадолго, только на 49 лет. אתם יודעים, אפילו אלה שיש לכם דירה או בית, אתם בעלי בית רק ל-49 שנה לחתיכה האדמה הזאת. Вы знаете, что если здесь покупаете дом, что вы только 49 лет настоящий владелец земли. ואחרי אתה צריך להמשיך לשלם את לעוד 49 שנה. А потом нужно еще добавить на 49 лет. אז כמובן לא בעלי אדמה אלה שחיים בחול. Конечно, не владельцы земли, те, кто живут за границей. אבל באופן רוחני יש לך בדיוק אותה קריאה ואותה יכולות. Но в духовном плане у тебя
те же самые призвания и те же самые возможности. Я это сказал тем, кто живет за границей. Те, кто не евреи, но даже живут здесь, в Израиле. אם אתה מאמין במשיח, если ты веруешь в Мессию, אם אתה התחברת לאלוהי ישראל, если ты присоединился к Богу Израиля, אם אתה לקחת לעצמך עול של החגים וכשרות וברית מילה ושבת, если ты взял на себя ношу шабата и праздников и обрезания и кашрута, и кашрута, אז אתה יהודי, то ты еврей. אני לא חושב שגיור יותר מסובך עשה רבקה ורחל ולאה ושאר הבנות הגדולים שהתחתנו עם אברהם, יצחק, יעקב ושאר. Я не думаю, что שרה, רבקה, רחל, делали такой גיור. וכמובן, אולי ברישום זה לא יהיה כתוב יהודי. И, конечно, в записях, наверное, не будет написано еврей. Аваль ата, миша ата, маамин шата. Но ты тот, кто ты веришь, что ты. Ки аль зе катув бакитвей кодеш. Потому что об этом написано в писаниях. Ки эйзе схут еш ле йехуди, ше маамин ба Кришна о ба машу доме. Потому что какое право есть у еврея, который верит в Кришну или такие вещи? Льет йехуди, ки катув аль давка давар казе, и махек навшо ме кагаль Исраэль. Какое право у него есть быть евреем? Наоборот, написано, будет стерто его имя из народа Израиля. Аваль эйзе יהודי אתה, שאתה אולי לא יהודי בלאום, אבל התחברת לישראל. Но какой ты еврей? Ты, может, в плоти не еврей, но ты соединился с Израилем. וכתוב עליך, и написано о тебе, שגר הזה יהיה כאיש טבעי של האדמה הזאת. И написано, что гер будет как природный человек этой земли. ובזה שהכרת את משיח, и в том, что ты да познал Мессию. ודרכו עוד יותר חיברת את עצמך לאלוהי ישראל. И через него еще больше присоединился к Богу Израиля. אז אתה באמת יהודי. То ты поистине еврей. אוקיי. Okay. עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים לשבי ציון, לנו, לקהילה. Я сейчас хочу сказать несколько вещей שבי ציון, нам, как общине. התחלתי לדבר על זה כבר במפגשים שלנו. Я начала говорить об этом на наших встречах. ואני רוצה להגיד שאנחנו קהילה שקיימת כבר מעל 21 שנה. Я хочу сказать, что мы община, которая существует больше, чем 21 год. תודה לאל. И спасибо Богу. אמנם שאנחנו לא קהילה גדולה מאוד. Да, мы небольшая община. לא קטנה גם. Но не маленькая. בסדר. Хорошая. יש הרבה אנשים שעברו דרכנו. Есть многие люди, которые прошли через нас. למדו, התחזקו, ועכשיו הם משרתים בכל מיני מקומות. Учились, укрепились, и теперь они пошли дальше в другие места. אני פשוט רוצה להגיד שכבר 18 שנה שאנחנו היינו מרוכזים רק על עצמנו. Я хочу сказать, что вот 18 лет мы были зациклены на себя. Это неправильное слово. Зациклены, это кило есть оно гаава, рак анахну. Везелёзе. Сконцентрированные на себе. Анахну ишкану беколь миней дворим. Мы вложились в многих вещах. אבל נסינו, ואני חשבתי, זה נכון, צריך תמיד לפתח קבוצות, וזה וזה, כל מיני שירותים. И я всегда, думаю, что очень важно развивать קבוצות וכל מיני שירותים. Развивать группы, всякие служения. אבל זה כמו לגדל ילד. Но это как растить ребенка. אתה משקיע. Ты вкладываешься. А валюта мида та самех. Но не всегда ты доволен. А валяхаре та вот пам самех. Но потом ты опять доволен. Закилу, а водали лё сов. Это как работа без конца. Ве, потом они тхальти ла аргиш. И вдруг я начал чувствовать. Ше, кен зе тов ламших ли гадель вели фатех. Да, это хорошо взращивать и улучшать. А валь, ешь козе пасук
בכתבי קודש. Но есть такой стих в Писаниях. מבורך איש שיש לו ילדים רבים. Благословен человек, который у него многие дети. הם יהיו כמו חצים. Они будут как стрелы. והוא ישלח אותם לכיוונים רחוקים. И он будет их посылать в разные стороны. ויתמודד וינצח את אויביהם. И он победит своих врагов. זה ממש תמונה נבואית. Это пророческая картина. ואני רוצה להגיד שבינינו פה בקהילה. И я хочу сказать, что между нами здесь в общине. במשך 21 שנה גדלו גם מורים, גם מטיפים, אנשים מאוד מסוגלים וחזקים. За 21 год здесь росли и учителя, и проповедники, очень сильные люди. ואני רוצה להגיד שלא תמיד אפשר במסגרת הקהילה לכולם להיפתח. Я хочу сказать, что не всегда можно в рамках общины всем открыться. ואני מרגיש, ואני כבר מדבר על זה כמה שבועות. И я чувствую, говорю уже об этом несколько недель. Они хотели открыть кола кигила литфила. Я хочу позвать всю общину на молитву. Шанахну црехим ула линтоль от кигила носефет. Что нам может надо посадить еще какую-то еще одну общину. Вылишлох лешама мишлахат ктана. И послать туда маленькую делегацию. Вешем и фатху от кигила. И чтобы они открыли еще одну общину. Чтобы они развивали в своих дарах. Они пашут руцеще кигила нухаль лит палелельзе. Я хотел бы, чтобы мы как община могли бы помолиться об этом. Зе ло е бен адам ширак гиле кигила эн сикуй. Это не будет человек, который только пришел в общину. Царих мишу шейлухим ирелану. Нужно кого-то, чтобы Бог направил. Кмо яйн. Яйн тов, шеквар итпатех ве мухан лифтох это бакбук азе, зе машу яйним шаним. Как хорошее вино, которое настоялось, и уже вот можно открывать его. Ве ласот это цад азе. И сделать этот шаг. Они потех лахем это иньян азе ке шейла, ке кивун ле тфила. Я открываю для вас этот пункт как направление в молитве. Шейлухим и кавену тану витен лану лавин ми ма ве матай. Чтобы Бог нас направил и помог нам понять, кто, когда и куда. Веба абмира азот они руцели кроет а пасук ми шаяу хамишим ве арба. И сейчас я хочу прочитать стих из Исаии 54. Распространи место шатра твоего. Зе Ишайо 54, 2. Расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся. Пусти длинные верви твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Шейлухим итен лану беруаха кодеш паршанут. Чтобы Бог нам дал в Духе Святом откровение. Анахну лёки гила ахитова. Мы не самая лучшая община. Лё ахира. Не самая худшая община. Анахну эхад мяки гилот Исраэль. Мы одна из израильских общин. Венуцар кан сигнон мисуям. И здесь образовался какой-то стиль. Ве умику бали рабим. И он подходит многим. Ве אין בשום עיירת ישראל בעלות של קהילה על העיירה הזאת. Ни в одном городе Израиля ни одна община не может сказать, это мой город. וכמעט בכל עיירה יש קהילות. И почти в каждом городе есть общины. אבל זה לא משנה לפתוח משהו כמו שאנחנו רואים ומאמינים. Но это не страшно открыть что-то, как мы видим и верим. אני רוצה בנקודה הזאת לסיים. Я хочу здесь закончить. אבל לסיים בתפילה. Молитвой. בוא נעמוד. Давайте встань, пожалуйста. אבינו שבשמיים. Господь. אני מודה לך עבור שבי ציון. Я благодарю тебя за שבי ציון. ואני מתפלל שאתה תחזק אותנו תמיד להיות אור באזור איפה שאתה נתת לנו להזרים אור. И я хочу
чтобы ты помог нам быть светом там, где ты нам дал быть светом. Тазор лану льет ор хазак. Помоги нам быть сильным светом. Ор и машпаа. Свет с влиянием. Влиянием. Ве им ашпаа руханит меот хазака. И с духовным влиянием очень сильным. אני מתפלל לאדון שאתה תחזק אנשים שלנו. Я молюсь Господь, чтобы ты укрепил наших людей. מי שמתלבט במעמד שלו. Тот, кто сомневается в своем статусе. אתה תחזק באופן על טבעי. Ты укрепишь сверхъестественно. ואני מתפלל לאדון. Я молюсь Господь. על כל העניין הזאת שליחה או נטילת קהילה חדשה. Об вот этом вопросе послание и основание новой общины. Тен лану адон лавана. Дай нам, Господь, понимание. Тен лану кивун. Дай нам направление. Тен лану лерот анашим нахоним лезе. Дай нам увидеть правильных людей для этого. Ше гам е ор бамаком носав. Чтобы был дополнительный свет в другом месте. Веше гам ит патху матанот. И чтобы развивались дары. Шата самта бетухейна. Который ты в нас положил. אני מתפלל על זה בשם ישוע המשיח. Я молюсь об этом во имя Иешуа Мессии. ותעזור לנו לכולנו. И помоги нам всем. Аминь.